Друзья, мы беседуем с Геннадием, а он работает с нашей эмиграцией, много там знает разные истории. И вот я начну со своей маленькой истории, а потом мы наш Гену попросим на тему о том, как чудят эмигранты. Ну, наши, так сказать. У меня был такой случай. Значит, приходит человек, который издает местную русскую газету. Ну, одну из. Их тогда много было. И он говорит, давайте я буду вот ваше объявление печатать. Я говорю, а нам не надо, у нас как бы нас все знают, и, собственно, а что объявление? Он говорит, ну как же, он говорит, это же, говорит, русская газета. Я говорю, чего? Он говорит, ну как же, ну вот, допустим, по-вашему, вот что происходит, когда у человека, например, там, я не знаю, туалет засорился. Я говорю, наверное, он лендлорду звонит, и тот ему присылает слесаря. Он говорит, нет, он звонит в русскую газету. Кстати, о русских газетах, вот видишь, да, ты меня натолкнул на историю. Да. Значит, русские газеты совершенно дивные в нашем городе, и не только, наверное, в нашем городе. Зачастую они пользуются информацией, откуда они ее берут, не знает никто. Да. Кроме, наверное, главного редактора или того, кто тиснул эту статью. А в те далекие времена, когда с интернетом еще было тяжело, да, значит, верили все газетные информации, вот привыкли верить газете «Правда, известия», да, да. Вот так и продолжали верить. Я открываю одну из русских газет, издаваемых в Сан-Франциско, и читаю. Значит, мол, типа, с глубоким прискорбием сообщаем, что вот после продолжительной болезни в Москве скончался знаменитый актер, драматург, поэт, режиссер Леонид Филатов. То есть я к тому моменту знал, что Леонид Филатов уже, в общем, довольно долго и серьезно болен. У него проблемы с почками, я все это знал. Вот, а поскольку мы с ним были немного, то есть очень шапочно знакомы, ага, очень шапочно. Да. То есть я не буду говорить, что вот мы там вместе. Нет. Вот, я очень, конечно, расстроился этому факту. Беру другую газету и опять читаю. Вот в Москве умер Леонид Филатов. Вот на таком-то году жизни, после тяжелой продолжительной болезни. Открываю третью сан-францискую газету. В то время их было, по-моему, три, да, или четыре. В общем, во всех трех газетах, скажем так, написана одна и та же информация. Я расчувствовался. А поскольку, я же говорю, опять-таки, я к Филатову относился очень нежно. И когда я работал в Белгородском театре, наш театр первым в СССР поставил в театре кукол Федота Стрельца «Удалого молодца». Да. Вот. Я был, так сказать, обязан, в общем, Филатову каким-то успехом. И я сделал «Вечер памяти Филатова», вот, где было очень много рассказов о нем, воспоминаний его друзей. И как финал вечера я читал практически целиком, не по книжке, а по памяти, тогда она была лучше, Федота Стрельца. Я, знаешь, я жду сейчас, конечно, потом смотрю, встает в середине зала сам Филатов. Подожди, нет, провожу этот вечер с успехом в Сан-Франциско. Так. Значит, тут мне звонят из Пало-Альто и говорят, а не можешь ли ты в Палатовской Джуйке провести этот же вечер? Я говорю, ну, конечно, могу, чего же нет. Да. Вот память Леони Филатова с удовольствием. Еду в Пало-Альто, в старом еще здании Jewish Community Центра, провожу этот вечер память Леони Филатова. Буквально через два дня после этого звонит мне папа. Так. Говорит, Ген, тебе привет от Леони. А папа где живет? А папа в Сан-Франциско. Так. Вот. И говорит, Ген, тебе привет от Леони. Я говорю, папа, от какого Леони? Поскольку я знаю много людей, да, с именем Леони. Он говорит, ну от Лёни Филатова тебе привет. Я говорю, как мне привет от Лёни Филатова? Он же умер, там, скажем, месяц тому назад. Да. Говорит, да, говорит, наверное, он умер, но сегодня его показывали в программе «Время». Да. Потому что у папы было российское телевидение. Вот он это все посмотрел, то есть выяснилось, да, Филатов по-прежнему очень болен. Да. Но в тот момент он был жив. Вот, и ирония судьбы была в том, что, в общем, я совершенно живого, пусть и больного человека, да, дважды похоронил, вот, спасибо русским газетам, вот, но зато провел два замечательных вечера. Вот, то есть у меня получилось, умрет ли он потом, как бы, в знаменитом фильме, неизвестно. Фактически репетиция прошла. Да. Так. Вот, вот так это было, не знаю, насколько это смешно или это больше какая-то горькая ирония. Слушай, вот, у меня был случай, что меня похоронили, умер человек, его тоже звали Миша, он у нас преподавал. Миша Йоффе его звали. И повесили, там был некролог в газете «Панорама». И мы повесили на стеночке. И слух пошел, что у Портнова в школе Миша умер. Понимаешь? И все, и такое началось. Значит, и я, в общем, там месяца два потом продолжалось, что какие-то люди плакали, там звонили, сочувствие, им говорят, да жив, вот он бегает тут по коридору. В общем, да. Видишь, как хорошо. А мне не так давно позвонили из Израиля, моя одноклассница.
и, услышав мой голос, и чувствую, Татьяна начинает биться в истерике, и слезы. Я говорю: Танечка, что произошло? Да. Она говорит: слушай, а мне сказали, что тебя, говорит, вот в Белгороде, в те времена, когда там работала в театре, тебя в какой-то пьяной драке ножом... зарезали. Да. То есть саданул под сердце финский нож. Да, да. Вот. И мне пришлось вот сказать: ничего, родная, успокойся, вот ничего, да, этого не было. Я отошел. То есть, ну, я уже был, да, я уже был похоронен в Белгороде. Да. Потом я узнал, что, оказывается, я, будучи в Иерусалиме, со мной случился тяжелый сердечный приступ, из которого израильская медицина меня вывести не смогла, поэтому я похоронен в Иерусалиме. Да. Вот, поэтому, так сказать, меня уже хоронили несколько раз, но это, говорят, это хорошая примета, долго жить. Ну, там, знаешь, на Святой Земле мы знаем случаи, когда похоронили, а он потом приходит. Да, это да. Да, то есть, это тоже. Не, да, прошло и трех дней, нет, но да, это меня... место особенное. Да. Вполне возможно, вот, но я там еще, в общем, не был. То есть, если, друзья, если хотите, чтобы похоронили надежно, хороните в каком-то другом месте. Ну, хорошо, вот люди пожилые, то есть мы понимаем, что они как бы осчастливили страну тем, что приехали, у них так, они верят в это, культуру принесли. А то, что наконец-то. Культуры-то нету, в общем. Да, потом они, ну, действительно, им как бы, то есть всю халяву, которую они получают, у них ощущение, что им не додали халявы. И... да, немножко есть такое. Есть немного такое. Такое есть. Ну хорошо, а вот они, какие-то приколы с них есть? Ну, приколы, понимаешь? Иногда вот дело в том, что, безусловно, что-то есть невероятно смешное, но поскольку, понимаешь, вот я сейчас работаю с теми вот, с людьми, которых называют по-английски Holocaust Survivors, ой, а переводя... То есть русский... есть еще, да? А? Есть еще живые? Да. Нет, есть достаточно много. Вообще в Америке сейчас живет их около полумиллиона. Это официальные цифры. Из лагерей? Значит, чтобы считаться Holocaust Survivor, ты не обязательно должен был быть в лагере. Так. В концентрационном. Ты не обязательно... Это официальное определение, так, дали немцы, да, к слову говоря. Значит, ты должен родиться с 1 сентября 1939 года, да, до... по-моему, октября 1941 года. Если ты родился в это время, вот в этом промежутке времени, да, или, скажем, если ты не родился в это время, а ты был в любое время позже, или ты был в концентрационном лагере, ты был в гетто, тебя угнали на работы в Германии или в Австрию, да, ты уже считаешься Holocaust Survivor. А евреев вот разве угоняли на работу? Конечно. А, те, которые, да, оставались, некоторые, те, кого не убивали, тех, да, некоторых, да, да, они оказывались на работах в Германии, угу, или в Австрии. Вот, поэтому они все считаются Holocaust Survivor. И, да, вот я сейчас этим занимаюсь на СБ, в Contra Costa Alameda County. Вот нас сейчас, выживших в Холокосте только из Советского Союза, из бывшего, да, Советского Союза, 172 человека. Ну, это они себя хорошо чувствуют в целом-то? В целом, да. Хотя, ты понимаешь, вот у них бывают, из-за того, что они пережили раньше, вот я понимаю, что не смешная история получается, да, это жизненная. Вот, мы сейчас пытаемся всеми силами им помочь по-разному. Во-первых, люди это все не молодые. Да. То есть самые младшие, самые молодые, это 41-го года рождения, им 75. Но они немцев уже не видели. Если они 41-го года, ну, родились. Те, которые 41-го года, те немцев не видели. Да. Те родились в эвакуации или в оккупации родились, и такое может быть. То есть быть, человек, те, который родился в эвакуации, тоже Holocaust, да, Survivor? Да. А-а-а. Если он опять-таки, если там очень много тонкостей, для немцев очень много тонкостей, если твоя мама была беременна тобой до вот момента занятия вашего города немцами, да, вот, была беременна тобой, ты можешь родиться, естественно, и в эвакуации. Там целая, тогда, целая наука. Там, да, немцы очень, ну, они очень скрупулезно, в общем, педантичные люди. Ага. Они все это очень строго рассчитали, потому что в зависимости от того, скажем, какой это Holocaust Survivor, да, от этого зависит та помощь финансовая, которую они тебе отказывают. От Германии. От Германии и Австрии. Ага, это, а в США? А в США это вот в США или в Европе, или где бы это, на территории бывшего Советского Союза, эта организация называется Claims Conference. Ага. И эти деньги дает правительство Германии. Я понял. Правительство США не имеет специальных программ для тех, кто выжил в Холокосте. Имеет. Тоже имеет. Но денег на них не дает. Понял. Хорошо. Вот сейчас первый раз, вот та программа, которой я сейчас занимаюсь, это вот первый раз федеральное правительство дало деньги на это. Хорошо, вот люди, которые пережили вот это все, реально пережили, не то, что он там в три года, да, его куда-то в поезде отвезли, а те, кто помнит,
Они вообще любят рассказывать об этом или не хотят вспоминать? Знаешь, как я бы сказал так. Вот я бы их разделил бы, наверное, строго, не строго, естественно, вот 50 на 50. Да. Значит, по-разному. Все очень строго индивидуально, но большая часть просто не хочет к этому возвращаться, потому что это вот то, что вот называется триггер, бередит память, и вот то, что называется на языке американ психологов триггер травма. Да. Вот посттравматический синдром. Они категорически ни в коем мере не хотят об этом ни говорить, ни вспоминать. Скажем так, вот просто опять очень реальный случай. Одна женщина, которую в силу возраста уже сама не могла принимать ванну, вот, потому что могла подскользнуться и упасть, у нее был работник, который к ней приходил, работница, которая ей должна была помогать. Да. И вот когда она сама принимала ванну, все было нормально. Когда к ней пришел человек, эта женщина, и начала ей помогать принимать ванну, она начала кричать совершенно диким голосом. То есть вылезла что-то из прошлого. Она начала биться в истерике. Так. Потом, когда приехала скорая помощь, ее успокоили, вкололи ей там, я не знаю, что там. А, как потом она сказала, она сразу вспомнила душевую в Аушвиц с венцами, и это триггерует травму, вот эти воспоминания опять разбудили эту травму, поэтому очень многие не любят об этом говорить. Да. А многие говорят. А, при этом я пытаюсь как-то, я не пытаюсь убедить, мы хотели бы создать книгу памяти такую, но опять, ни в коем случае нельзя давить, потому что воспоминания могут... Знаешь, что интересно? У меня мама, она в эвакуации была. С Донбасса они тогда уезжали, и у нее, я не помню, чтобы она что-то такое рассказывала, сильно грустно, но у нее было много веселых историй, знаешь, ей было 17 лет, и они там 3 месяца на поезде ехали, в теплушках, ехали на Алтай, в Барнаул, и она рассказывала, веселилась просто, я не знаю как, истории, как они там проходили дезинфекцию, знаешь, их где-то там останавливали, там против вшей, значит, их там отпаривали, значит, отмывали, или там, допустим, как они, я извиняюсь, значит, справляли нужду между вагонами там, значит, и как там вот, ну, в общем, вот, вот какие-то такие у нее были, а, или, например, у нее была история, знаешь, она училась в институте там, в Барнауле, и подрабатывала в госпитале, там, нянечкой, я не знаю кем, и в госпитале раздавали ватники тем, кто там работал. И ей достался ватник приталенный. Да. И это был такой. То есть она могла минут... Писк моды? Ой, она, знаешь, у нее глаза светились. Она, знаешь, там, будучи, скажем, в 70 лет, она вдруг вспоминала, как там 18 ей дали этот ватник приталенный. Она говорит, так все завидовали, там, что, о, там столько комплиментов. Понимаешь? То есть у молодых, знаешь, как-то вдруг они не хотят вспоминать тяжелого, а веселые могут. А все очень просто, понимаешь, вот я невероятно, сейчас мы, сейчас у нас начнется вечер поэзии. Да. Вот я очень люблю 40-е и роковые эти стихи о войне. Да. И вот гениальные финальные строчки, которые объясняют все. Война гуляет по России, а мы такие молодые. Да? Вот, вот, наверное, с этим в молодости все хорошо, живым все хорошо. Да. Поэтому война, горе, несчастье, но пока, когда ты был молод, конечно, вспоминается что-то хорошее, доброе, веселое, интересное, ироничное. Да. Вот поэтому... Эль, а знаешь, мама еще невероятный жизнерадостный человек у меня. И она в молодости, ну, поскольку парней не было, знаешь, там в институте они, и она играла в джазе на ударных. И, ну, слух хороший, поет здорово. Вот. И там было много рассказов про этот джаз. А в джазе те парни, которые были, ну там, ну они вот или комиссованные, или зрение какое-то плохое там, или что-то. И вот я помню, она очень смеялась, там был у них на скрипке играл какой-то одессит, эвакуированный, значит, который, как она утверждает, все, что он играл на скрипке, больше или меньше напоминало «Раскинулось море широко». В различных вариациях. Ну, не без этого, да, не без этого. Ой, господи. То есть мы сейчас запоем «Раскинулось море широко»? Ну, мы не будем. Пожалуй, не будем, да? Не будем. Травмировать окружающих. Сейчас можно казаться, что современные одесситы и не знают, о чем речь. Могут не знать этой вещи. Это печально. Хорошо, а есть какие-то, ну, я не знаю, что-то общее вот у них у всех, но вот такое, может быть, трогательное что-то, может быть, я думаю, что ребят, которые молодые нас смотрят, у нас очень много молодежи на канале, вот, может быть, чтобы они как-то задумались о чем-то таком, как-то почувствовали персональное какое-то
А ты видишь, мы хорошо начали, ты попросил вспомнить что-нибудь ироничное и веселое. Да. А мы говорим больше о серьезном. Но, да. Я не знаю, вот меня что больше всего трогает в них, что невероятно трогательно. Так. Это вот некоторые, у меня есть две семьи, которые познакомились в Освенциме. Ой-ой-ой-ой. Они выжили там. Представляешь, вообще вот, и когда они выжили, когда их освободили, одну из них из Освенцима женщину перевели в Дахау. Она выжила там. Они встретились после войны. Они женились. У них сейчас дети, внуки, правнуки. Они приходят ко мне, они всегда держатся за ручку. Да. Они настолько нежно и трогательно друг к другу относятся. Вот, вот это то, что трогает вот просто действительно до самой глубины души. У меня вот две пары таких совершенно. Есть такое ощущение, что вот люди, которые это прошли, в них как бы меньше вот всякой дешевки наносной, а вот какие-то очень существенные вещи для человека, они в них очень хорошо представлены, они не размениваются на дрянь всякую. Абсолютно, абсолютно. Потому что когда ты столкнулся, вот есть просто, знаешь, есть какие-то, вот мы иногда дергаемся, нервничаем, вот что-то там жемчуг мелкий, или бриллианты не такие, да. Или зарплата чуть меньше, чем хотелось, или дети вот не так, или платье не такое. Зависть, обиды, что-то еще. А потом понимаешь, что есть какие-то проблемы. Есть проблемы жизни и смерти. Свободы и несвободы. Да. Вот, и вот это важно. А все остальное такая мелочь. Ну, крупче жемчуг или мельче жемчуг. Ну, насколько это важно для жизни? Да вообще никак. Ну, пока живой, может быть, важно. Ну, нет, помнишь, вот опять. Периодически все осмысливаешь иначе. Вот замечательный захаровский фильм «Формула любви». Да. Вот одна из последних фраз Броневого, который играл роль доктора, он сказал, да что там, говорит, живым все хорошо. Да. Вот живым все хорошо. Вот пока жив, вот это главное. Жизнь, здоровье. Но ведь это именно то, чего в молодости невозможно совершенно понять. А мы это не оцениваем, потому что это есть. Мы начинаем это ценить, когда это пропадает потихонечку. Да. То есть вот сейчас вот мы сколько? Мы идем, ну, наверное, час, да, не больше. Гуляем, да. Вот, мы гуляем. Мы не идем каким-то там маршевым шагом. Вот мы никуда не спешим. Коммунизму точно нет. Не-не-не, точно, несмотря на наличие флага вчерашнего. Да, флаги есть. Вот. Я себя чувствую это абсолютно нормально. Но раньше это бы расстояние, если бы хотел, прошел бы абсолютно без напряга, там, в 5 раз быстрее. Но сейчас мы, правда, никуда не торопимся. Нет. Конечно, с годами что-то уходит. И понимаешь, что вот прибавляется только седина в бороду, там, без в ребро, а что-то, естественно, без возраста. Я хочу сказать, что это еще не так плохо, когда без в ребро. Потому что в какой-то момент уже ни без, ни ребра, ничего нет. Да, остается одна седина. Да. Это да. Да, если хорошо, если еще седина есть, потому что, может быть, лысина. Тоже не страшно. Да. Нет, нормально. Вот, поэтому как бы радоваться тому, что есть, надо сейчас, потому что завтра этого, скорее всего, не будет. Да. Вот, и ты же не успеешь порадоваться. Да. Слушай, как красиво у нас впереди. Ну-ка, смотрим. Вот туда. Очень красиво. На этой философской ноте, конечно, вот показать безбрежный океан, да. Чтобы люди задумались о бесконечности бытия. Ой. Вот, красиво, да? Так да. Слово. Не это, жизнь, знаешь, а бытия. Это ты мне напоминаешь у Галича. Знаешь, где тут братцы синагогу, расскажите, как пройти. Да. Сейчас, как задумаешься о бренности бытия, и где ж ты вынырнешь? Да нет, мы этого делать не будем. Да. Просто фантастический вид здесь. Да, хорошо, просто. Хорошо. И дышится хорошо. Тут люди спят в автомобилях, вот тут слева автомобили, там иногда, они так замечательно спят, откинувшись с упавшей челюстью. Да, хорошо. То есть ничего смешного наши пенсионеры, ветераны не вытворяют. Нет, наверное, вытворяют, понимаешь, вот, ну просто, я не знаю, почему-то вот первое, что вот сейчас приходит в голову, значит, чего-то какие-то, вот, случаи, может быть, не самые веселые, вот, наверное, вспомнить, наверняка что-то есть, но это вот надо немножко напрячь память и вспомнить, вот такой случай, который бы вот сразу бы всплыл в памяти, вот такого нет. Звонит один дедушка, давно, это было примерно, когда вот рецессия была после обвала интернет-бума, звонит какой-то дедушка и говорит, скажите, эта школа Пахнова? Он говорит, да. Так вы не закрылись? Мы говорим, нет, вы хотите взять какой-то класс? Он говорит, какой класс? Зачем мне класс? Мне 80 лет, зачем мне ваш класс? Ему говорит, а что вы звоните? Он говорит, я не сегодня был в русском магазине. И там люди говорят, что закрылись. Другие говорят, что не закрылись. А я подумал,
А чего спорить? Можно же просто позвонить. Вот. Да. Мудрый человек, действительно. Хотя да. Его, наверное, не сильно волновало вообще, закрылась, не закрылась школа портно. Да. Надо было просто принести ясность в этот вопрос. Да, а меня, кстати, иногда принимали за одессита. Вот я, точнее так, русский магазин, подходит дедушка и говорит, скажите, вы со Львов? Я говорю, нет. Он так сокрушенно качает головой и говорит, значит, Одесса. Нет, вообще в русском магазине, для того, чтобы насмотреться и наслушаться смешных историй, это вот говорит, надо постоять в русском магазине, ну, хотя бы полчаса. В любом и обязательно что-то услышишь. Вот история, которую я слышал, вот то, что произошло со мной, я захожу в русский магазин, не будем называть его имя, чтобы не делать бесплатную рекламу. Да, пусть заплатят сначала. Да. Беседуют две бабушки. Так. Одна берет с полки банку хорошего растворимого кофе, вот, и кладет к себе в корзинку. Вторая говорит, Фира, вы что, пьете кофе? Она говорит, да, я пью кофе. Она говорит, а я не могу, у меня сразу подскакивает резко давление. Я не могу себе позволить кофе. Она говорит, а я могу себе позволить кофе, потому что я пью defaccinated. Знаешь, о, Господи, да. Вот такой был хороший вариант. Да. Это требует специального перевода. Не да? надо, я не понимаю. Да, это... Хорошо. У меня есть история, значит, такая. Сидит женщина на уроке. Ну, давно было там, в 90-е еще. И как-то немножко пыхтит. Как-то она отстает, не успевает. И я ей говорю, что там вы так застряли-то? Она говорит, понимаете, Михаил, говорит она, пока вот я-то это делаю, у меня все, я успеваю. Но когда доходит до этого drag and drop... Да, я ребятам поясню, значит, на немецком тоже. На немецком и на идиш, который является диалектом немецкого, дрэк, это как вот по-большому сходить, как бы так, если мягко выразиться. Вот, а как не мягко, вы сами знаете. Вот, поэтому, значит, drag and drop, да, когда ты потащил и бросил, значит, я, получается, сделал и бросил, там, да, как бы, вот, это... Это так. Хорошо. Но вот проблема, по-моему, моя жена уже рассказала историю, да. как она находилась в магазине ламповом, что она там покупала. Бра покупала. Да, это было бра. Вот, поэтому вот незнание языка, конечно, приводило иногда к совершенно неправильным вещам. Вот, но вторая компания, в которой я работал, американская, софтверная компания, это был стартап, вот. Когда я туда пришел, у нас было всего 20 человек вместе с президентом. Да. А потом нас стало 300 с чем-то, потом она опять пошла немножко даун. И, в общем, в итоге осталось последний человек 20, которые были первыми. Потом вот мы закрыли двери компании. Да. Но дело не в этом. Значит, тогда еще в Америке можно было курить. И даже на работе. И у нас был балкон. И мы выходили курящие тогда на балкон, и мы курили. Да. В этот момент... Значит, приехал мой друг из России и привез мне в подарок две пачки Беломорканала. Так. И мы вышли на балкон покурять. Я так, понимаешь, там пожарка идет. Ага, пожаркой. Вот так. Да, мы на нее смотрим. Как раз говорю про курение, а тут же пожарная машина. Да, тут же вот, она сейчас, и... она не даст курить, не даст. Там, где не положено. Вот, и мы выходим на балкон, и я угощаю американцев папиросами Беломорканала. Какой ужас. Вот, мой сосед по кубику Джонни затягивается, значит, потом у него на глазах выступают слезы, он кашляет минут 5 подряд, да. А потом, откашлявшись, изрекает совершенно гениальную фразу, говорит, теперь я понимаю, почему русские победили в войне. Да, вот почему? Такая была хорошая. То есть он... Папиросы Беломорканал, если люди могут курить такие папиросы, да. Им абсолютно без проблем выиграть в войне. Вот, ага. Это было хорошо. То есть уже жизнь недорога, значит. Да, да, можно после таких папирос... любого врага. Я курил Беломорканал нормально. Ну. Знаешь что, не в Москве, но вот когда на сельхозработы нас посылали туда, тяжелый физический труд, там изумительно, что... Там не было сигарет? Там хорошо, нет, были, но они не шли. Не было ощущения, что просто накурился. Ага. Вот, поэтому только папиросы давали вот такое. Я выпендривался еще и курил герцеговина Флор. О, это шикарные папиросы. Но надо сказать, что Беломорка... В общем-то, получше будет. Беломор? Ну, Иосиф... Серьезно? Для физического труда, да. Вот так, да? Да. Иосиф Виссарионович, он же лопатой там киркой не работал. Это правда. Вот. Поэтому он курил герцеговину. Герцеговина Флор была по ароматней. Да, по ароматней. И такая она была... Но не такая сильная. Нет, не сильная. Она была с понтами. Да. Знаешь, коробка черная с
надписи. Черная с зеленой каймой, и, по-моему, золотая надпись, да? Золотая надпись. Если я не ошибаюсь. Это было круто. А в Одессе были совершенно замечательные папиросы, которые не выпускались ни в одном другом городе Советского Союза, ни одна табачная фабрика. Какие? Сальве. А что, что бы это значило? А вот Бог его знает. И там в папиросе был фильтр. Вау. Можете себе представить? Да. Значит, что такое папиросный фильтр в, в папиросах Сальве? Желтая коробка, как сейчас помню, по-моему, белым было написано Сальве. А может и Сальве, на самом деле я да. не знаю. Так. Вот, но это не важно. Значит, вот в мундштуке, если разорвать мундштук, там был кусочек ватки положен. Так. В каждой папиросе. Вот так. Это были папиросы с фильтром. Вот такие гордые одесские папиросы с фильтром. К слову говоря, что... У нас во время съемок курить-то можно или не стоит? Ну... Тогда я отошел. Ну хорошо, ладно, тогда мы пока перекур, прекращаем съемки. Перекур. Да. Оп.